Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Если обладатели этого имени найдут способ извлекать стимул для собственного развития, то они смогут достичь высокого уровня и даже совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Иногда представители имени готовы принести в жертву алчности и наживе себя и даже близких. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Активизирует воображение. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Иногда владельцы этого имени теряют энергию в условиях рутины, поэтому всеми силами стараются обеспечить себе постоянные перемены. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.